В минувшую субботу в селе Бердегестях Горного Улуса произошло убийство. Утром в своем доме был обнаружен труп хозяина с огнестрельным ранением. Рядом находилось тело женщины, которую не удалось сразу распознать. По тревоге был поднят весь личный состав отделения внутренних дел Горного района. По подозрению в убийстве был объявлен в розыск ранее судимый уроженец Бердегестяха 1989 года рождения. В ходе разыскных мероприятий появилась информация, что подозреваемый выехал в столицу республики. В срочном порядке на въезд в город на всех постах ГАИ были выставлены бойцы ОМОН с автоматическим оружием. В итоге злоумышленника удалось поймать. Центральным межрайонным следственным отделом Следственного комитета России по Республике Саха-Якутия по факту обнаружения в горном районе в селе Бердегестях тел мужчины и женщины с огнестрельными ранениями возбуждено уголовное дело по пункту А, части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Убийство двух лиц. По предварительным данным, в совершении преступления подозревается 27-летний житель горного района. В настоящее время подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения заключения под стражу. Проводятся неотложные, первоначальные и процессуальные следственные действия.